Так, это, господа, всем доброго времени суток. Вы находитесь на канале Deadline.ru. С вами Георгий, и мы продолжаем наш летсплей по игре Aion. Хотя сейчас будет не летсплей, а такое маленькое объявление. Как я уже говорил, в связи с небольшим переездом на другое съемное жилье, у меня тут некоторые проблемы со временем. Мне вот через пару часов уже нужно бежать на поезд. Поэтому записать видео сейчас, все признаю, я не смог. Но обязательно это сделаю в ближайшие пару дней, как только немного высплюсь после поездки. Чуть-чуть подзадержу, соответственно, выход роликов, но я надеюсь, что вы на меня за это не обидитесь. Значит, что сейчас, собственно, сейчас наблюдаете? У нас на канале, может быть, кто-то не заметил, у нас наконец-то мы перешли планочку в 300 подписчиков. На момент записи этого видео у нас 302 человека уже подписаны на канал. Это меня очень радует и греет душу, друзья мои. Я благодарен всем, кто подписался. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Значит, я рад, что вам нравится то, что я выпускаю, то, что те ролики, которые я выпускаю на канал. И все в качестве сюрпризного видео, которое я обещал, я планирую сделать выпуск вот за эту замечательную красавицу, девушку, которая сидит сейчас перед нами. Вот такое вот милое создание, нежное. Значит, с красными волосами, с яркими, да? Это не стриптиз, как бы я специально ее раздел для того, чтобы вы не могли догадаться, а что же это, собственно говоря, за персонаж, что за класс персонажа. Ну, забегая немножко вперед, то есть я раскачал этот класс за кадром до 51 уровня. Сейчас это 51 уровень, где-то за 3 дня, наверное, я его поднял, это 51 уровень. Сейчас мы с вами находимся в Ингисоне. Сервер тоже Гардарика, где все мои остальные персонажи находятся. Но класс вот этого персонажа я, скажем так, посею интригу. И я оставлю вам возможность немножечко поугадывать, а кого же мы с вами создали. Естественно, я никаких намеков делать не буду. Просто скажу, что за этого персонажа мы с вами будем делать, я думаю, достаточно много эпизодических видео. Вот так, господа. Так что, как только я вернусь и немножечко высплюсь, я надеюсь отснять ролик. Это будет завтра-послезавтра полноценный ролик за этого персонажа, где вы уже и узнаете, за кого же на самом деле мы с вами в том числе будем играть и снимать видео. Также не переживайте, остальных персонажей я не забываю. За волшебника ролики не выходят просто потому, что мне пока не удается сделать хорошую запись в форте Тиамат. Вот это я так забежал вперед и сказал вам, что же мы будем снимать за волшебник. То есть следующая серия за Волша это будет Форт Тиамат. Единственное, что мне не получается пока нормальную пати собрать, чтобы мы смогли там нормально пройти до конца и записать видео. Вот, поэтому с этим небольшие проблемки, но не переживайте, как бы за волшебника мы тоже продолжаем играть по мере сил, возможностей и времени. И все у нас с вами будет, я думаю, в полном порядке. Итак, господа, я благодарю всех за просмотр. Опять же, благодарю всех, кто подписался. Не забываем подписываться, если вы еще этого не сделали. Ставьте обязательно лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, подумайте, поугадывайте, кого же мы с вами создали. И до новых встреч на канале Deadline.ru.